В Армении новые столкновения между стражами порядка и членами вооруженной группы, которая 10-е сутки удерживает здание патрульно-постовой службы полиции. Минувшей ночью захватчики сожгли полицейский автобус и два автомобиля. Затем они попытались прорваться через оцепление на полицейской машине. Произошла перестрелка, в ходе которой двое членов группировки получили ранения. Они успели вернуться на территорию участка, но им потребовалась срочная медицинская помощь. В итоге двое захватчиков были госпитализированы. Сегодня же им были предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса. Им грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.